Мне выдали ключи от танка, смотрите, настоящие. Сейчас в танк полез. Я специально разделся, потому что в куртке туда не вариант вообще залезть. А какой я потерял, какой из них? Все, вот этот. Вот. Ух! Какой тут? А в оригинале вообще танки замыкались, нет? Ну, то есть, вот в штате был какой-то замок у танка? А куда он должен открываться вообще? Вот так его открываем. Подождите. Он вот так должен открываться? Нет, он будет открываться на ствол. А почему у него ручки? А, во! Вот так могу сделать. Ага. Ага. Хоп, хоп, не часто. О! Это непросто. Он не идет дальше. А, следующий зачем? Господи. Как в танке. Ничего я перед собой толком не вижу, ну, люк открытый. Здесь есть приборная панель от УАЗика, как будто бы. Так, друзья, я влез в танк. Вот так вот комфортно достаточно сижу, места мало, места на самом деле мало. Давайте покажу, что внутри есть. Так, здесь есть приборная панель, она от УАЗика. Два рычага управления, раз, два, такая вот. Коробочка железная. Вот такой вид закрытого танка. И вот такая у меня щель, чтобы смотреть. Так, ну что, будем выбираться отсюда. Сейчас, понятное дело, все новодельное. Двигатель стоит.